Напомню, 10 сентября 2002 года буддийские ламы подняли на поверхность земли нетленное тело Хамбуламы Итигэлова, который был захоронен еще в 1927 году. Это вызвало небывалый ажиотаж не только в Бурятии, но и во всем мире. То, что сегодня люди едут в Бурятию, это естественно, потому что ничего соизмеримого с этим временем в современном мире нет. Я думаю, что все мы должны быть счастливы, что наше экологическое существование происходит в тот момент, когда случилось это величайшее явление. В течение 11 лет проходили исследования и, наконец, издана книга, куда вошли уникальные материалы о жизни Итигэлова. Это же впервые в истории человечества, опыта нету, поэтому мало кто понимает. И мы шли методом пробы и ошибок. Поэтому я говорю, у меня главная большая благодарность и поклонение Хамбуламе Итигэлову, что он позволил нам это сделать. Но на сегодняшний день идет перевод на монгольский язык, и поступили предложения перевода на английский, французский, японский и китайский. Книгу уже представили в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день издано 500 книг. Первый экземпляр в Бурятии был передан в Фонд Национальной библиотеки. Юлия Пермякова, Наталья Домбаева, Александр Хамаганов. Первое альтернативное.